честь 25-летия Сочинского государственного университета учащиеся 5 факультетов и колледжа, расположенных в корпусе на улице Пластунская, вышли на площадку и устроили флешмоб. 150 студентов решили взяться за руки и, обняв свой вуз, несколько раз прокричать: «С днем рождения, мой СГУ!» Подобная идея была реализована и в рамках Олимпийских игр. Тогда волонтеры обнимали Ледовый дворец Большой. Ну и сразу после таких нежных проявлений чувств к корпусу факультета туризма, сервиса и спорта участники флешмоба выстроились в форме сердца и еще раз поздравили вуз с днем рождения. В холле корпуса студенты могли оставить свои поздравления на стене пожеланий. Они же подготовили интересные стенгазеты. Организатором мероприятия стал совет учащихся Сочинского госуниверситета. Таким образом мы выражаем свою любовь к нашему вузу. Мы говорим ему спасибо за все наши знания, говорим спасибо сегодня нашему профессорско-преподавательскому составу за то, что у нас есть такая возможность учиться в нашем университете. И у нас интересна не только учеба, но и разнообразная общественная деятельность, разнообразные поездки в другие города, страны.